Инвестиции в этот комплекс огромные – более 1,2 миллиардов рублей. Специалисты рассчитывают, что он позволит увеличить производительность предприятия, а в перспективе комбинат сможет нарастить производство толстолистового проката в 3 раза, а выпуск мостовой стали на 39%, а также освоит на термическом комплексе выпуск нового ассортимента. Это хороший пример совместной работы правительства Оренбургской области и компании. Этот проект является инвестиционным, и вот это сотрудничество дает результаты того, что модернизируется производство, самое главное, появляется качественная продукция и уверенность в завтрашнем дне. Это новый шаг вперед в развитии Орск-Халиловского комбината. С праздником вас! Так, в Новотроицке подготовились к профессиональному празднику. Празднование Дня Металлурга продолжается торжественным собранием коллектива комбината. Отдельная благодарность звучит лучшим работникам и ветеранам предприятия. На сцене выступают творческие коллективы города. Люба, 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 Любушка моя, если меня любишь, поцелуй меня. Профессиональный праздник отмечают и труженики Гайского ГОКа. Во многом благодаря комбинату на востоке Оренбуржья вырос целый промышленный кластер. Появился и сам Гай – тысячный город России. Сегодня на горно-обогатительном комбинате работают почти 7 тысяч человек. А это половина всех работников предприятий металлургии в Оренбуржье. На территории Оренбургской области работают 3 предприятия УГМК. Гайский ГОК, Медногорский медно-серный комбинат, Оренбургский радиатор. Это стабильно работающие предприятия, входящие в холдинг УГМК. Предприятия, которые социально ориентированы, предприятия, для которых главное – человек, забота о нем. Вместе с металлургами область реализует важнейшие экономические и социальные проекты, такие как капитальный ремонт областного онкологического диспансера, реконструкцию городского сквера в Гае, ремонт ледового дворца «Айсберг» в Медногорске. Вместе здесь готовится отметить 60-летие Гая, города горняков, города металлургов. Обо всем этом говорят со сцены. А завершает торжественное собрание зажигательный концерт творческих коллективов города. Елена Давыдова, Игорь Бероев. Новости дня.